Здорово, ну что ж, продолжаем проходить Спайдермена. Так, ну сейчас, по идее, у нас уже скоро финал. Снижение, терапыры, финальным эпизодом. Окей. А что тут у нас есть? А ничего мы не можем открыть, потому что нам надо испытания. На жетон испытания мы получим у этой. У дуры у той. Как будем проходить. Также и улучшение гаджетов. Ладно, все прям. Мы сделали невозможное, док. Но мне придется все уничтожить. Своим маленьким творением. И он этот костюм, типа, хотите сказать, типа, собрал за час или за сколько? Что-то там сделал себе, блядь, на руки, потом раз уже весь супер в костюме. И вы видите в прямом эфире, как мэра Осборна удерживают в заложниках на крыше здания Оскон. Ждешь слезной мольбы? Можешь не ждать. Мир узнает правду раньше, чем отскребет тебя с тротуара. Скажи им, что ты сделал! Нет. Я не... Весь твой мир построен на лжи! Лжи! Ты украл мою компанию, мои идеи! Скажи правду. Правду. Ладно. Вот правда. Пока ты работал на меня, ты чего-то стоил. Вот правда. Ты не можешь признать, что я лучше тебя. Ты неудачник, Отто. И всегда им будешь. Дайте мне вакцину. Отто! Вы всю жизнь посвятили помощи людям. Прошу. Ты не с тем вступил в бой. Но будь по-твоему. Сейчас начнется. У нас мало времени! Прошу вас! Я отдам вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! Ёбаный, ёбаный.
вакцину! Вы уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит сухим из воды! Теперь он потеряет все! Да, блядь! Как же нет, вот же они. Смотри. Надо действовать. Да ёбаный ты в рот. Дайте мне спасти город, и мы сделаем все, что хотите! Я уже знаю, чего хочу! Уйди с дороги, пока я не занялся тобой за правду! Да, блядь, куда ты упал? Вы знали? Я пытался тебя предупредить, Питер, но ты не слушал. Вы знали? Я не могу позволить тебе победить. Это слишком важно! Не больше, чем для меня! Чем уебало-то набьем? Эжектор испорчен. Вы не видите, сколько людей пострадало! Ты никогда не поймешь! Ты не страдал так, как я! На тебе, въебалище, кто это? Да хуй тебе, блядь! Кем ты был?
Его больше нет. Ты не можешь спасти меня, Питер. Тогда тебе самому придется спасти себя. Мы были кумиром! Я вами восхищался! Зачем вы меня вынуждаете? Ну так же он Тони Старку говорил, когда узнал про предательство в гражданской войне. В ебану, блять, тупому. Ну а тебе, блять. Чисто деда избиваю за пенсию. Повышаю пенсию. Выглядишь уставшим, парни. Я не устал. Мне просто больно. Отто! Хватит! Пойми, Паркер, чтобы изменить мир, нужно быть человеком, готовым принимать самые тяжелые решения. С этим трудно не согласиться. Нет! Нет! Вакцина! Ага, которого ты хотел убить. Я должен был знать, что и ты пойдешь против меня. Против? Против? Я вас боготворил. Ваш разум, ваши принципы, ваше желание помочь людям. То, что вы не сдавались. Потому что у таких, как мы, есть долг, ответственность. Мы должны использовать свои силы во благо. Даже если это не оценят, мы должны делать как лучше для тех, кто слабее нас. Поймут они это или нет? Нет, вы не правы! Я мечтал стать таким, как вы! А вы все уничтожили! Да, конечно, ты прав, Питер. Теперь я понимаю. Нейроинтерфейс повлиял на мой мозг. Я все исправлю. Мы все исправим вместе. Если поможешь. Я сделаю все, что смогу. Нет. Вы получите лучшую помощь. Нет! Если меня посадят, отнимут руки! Я застрял в этом жалком теле! Прошу, Питер. Это был не я. Ты говорил, что не оставишь меня. Ты обещал. Помнишь? И, конечно, тебе будет легче, если я сохраню твой секрет. Каждый решает, что делать, док. Это все, что мы можем. Питер? Даже если чертовски больно. Питер, куда ты уходишь? Питер! Мне интересно, почему не сказал, кто такой Человек-паук. Чего это вдруг?
Она сработает. Но нужен весь образец, чтобы сделать больше вакцины. Сколько это займет? Может, часы. А может, день. А можем ли мы вылечить кого-то сейчас? Тогда не хватит всем остальным. Я тебя оставлю. Вы поправитесь, мэм. У меня есть вакцина. Сними свою маску. Хочу увидеть племянника. Ты знала? Я давно знала. Не хотел тебя волновать. Не вышло. Но я тобой горжусь. И Бен бы гордился. Ты спас столько людей. Я не знаю, что делать. Нет, знаешь. Вообще, блядь, извиняюсь. Аллергия просто на чушь. Но старый Питер, блядь, мне больше все равно нравился на плойке на четвертой. Ну? Да. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Поздравляю! Спасибо. Я знал, что ты справишься. А ты как? Работу нашел? Нет, но... Я сейчас подойду. Спасибо. Честно говоря, я думал, может сменить профессию. Думаю, почему бы не стать поваром? Прости. Нет, ты... Ты ученый? Хороший? Мой последний проект — чудовищный осьминог, который чуть не уничтожил город. И... Да. То есть, ты правда готовишь отличный карри? Да. А пельмени пока еще не очень.
Идешь в поход? А, моя новая квартира освободится где-то через неделю, так что я на несколько дней зависну у Майлза. О. Знаешь, ты всегда можешь прийти ко мне. Если ты хочешь. Нет. В смысле, нет. Я не хочу. Я очень хочу, но... Если ты хочешь. Я всегда этого хотела. Я тоже. Я не то чтобы эксперт, но мне кажется, дело в том, как ты ее спросишь. Я слишком нервничаю. Ладно, куда это поставить? Давай поставим сюда. Ага. Слушай, Пит. Да? Я как бы хотел обсудить с тобой то, о чем не могу сказать маме. Что такое? Ну, странные вещи творятся... Ну, с моим телом. Ну, понимаешь, в твоем возрасте тело начинает меняться, и, может, ты заметил, что в некоторых местах... Не это. Думаю, это... Лучше... Просто покажу, смотри. Не стой! Необычно, да? Не так уж и необычно. Были так близко. Но я не отступлю. Я найду лекарство. Найду. Да ты его там уже жижи веном обмазал. Люблю типа. Тебя, сын. Три завершён. Даже на приключение еще не окончен. Теперь у вас возможность новое приключение на высшем удачи героя. Подожди, так я же играл на супергероическом. Разве нет? Игра. Потрясающий. Высшее. А. Высшее. Ну, интересно. Так. Костюм Антиок. Чиновый костюм. Есть такой костюм, есть такой костюм. Мы возьмем свой старый костюм. Так, ну что, я полетаю, сделаю фотки, которые типа остались. Вот. А там дальше пойду DLC проходить. Прошли компанию 100%. Вот DLC.
Ограбление, войны банд, серебряный луч. Ладно. Удачи и до свидания.